Повелос Ванагас. Ну, сильнее. Ну, это не сильно, это не сильно. Могу. Сильнее, ну давай сильнее. Что, пожалуйста. Это садомазохист? Пожалуйста, нет. Мазохист? Не сада, давай, бей. Боже, мне партнер сломался. Испортился. Может, наоборот. Вытесала пакетик. Ты не видел еще, Игорек, она в это время себе заварку в рот отжала, положила обратно и села на стол. Заварку в этом, на шнурке. Я такого еще не видел, говорю. Да не, вообще у нас какой-то сейчас пессимистический какой-то настрой. У нас нет, реалистический, что? Но реалистический, да. Зато номера все-таки нам нравятся, несмотря на эту усталость. Мы делаем то, что нам опять нравится. Да. Мы не знаем, как мы это все накатаем, но мы стараемся. Да, во всяком случае, то, что сейчас как-то задумано, оно ну, нам интересно. Игорь придумал совершенно там вот, придумал еще вот финал, который прям вот, ну, очень такой символический, классный. Так что история у нас сложилась, во всяком случае, она нам интересна. Ну, я ее вообще люблю, эту историю, поэтому. Ани и Повелос свою историю будут рассказывать нам под песню Павлова и Днепрова «Белое на синем» в исполнении Александра Малинина. Синяя ночь.
снятся сны. Какую же грустную, я бы даже сказал, ностальгическую историю рассказали нам на льду Аня и Повелос. Повелос еще перед началом номера сказал, что эта история ему нравится. Ну, воплощение. Мне очень понравилось в связи с тем, что, во-первых, без технических погрешностей. Во-вторых, был момент, я надеюсь, вы обратили на это внимание, по ходу танца распустила волосы Аня. И это еще больше трагизма в финале танца придало как-то. Мне еще понравились оригинальные поддержки. Потому что, так или иначе, имидж, который создавали ребята, образ, который лепили на льду, он понятен. И содержание песни все это подчеркивает. А тут еще были и сложные технологии.